Hello everyone! Всем привет! И сегодня я хотела бы поделиться с вами 15 словами, которые трудно произносить на английском языке. И первым таким словом является французское заимствование Q. Q. Очередь. 5 букв, а произносится только первая буква Q. Вторым словом тоже является французское слово entrepreneur. Entrepreneur. Предприниматель. Следующими словами являются греческие заимствования, где сочетание C и H произносится просто как звук К. К примеру, слово chemistry, chemistry, химия. Character, character, герой, персонаж. Architecture, architecture, архитектура. Или же слово choir, choir, хор. Иногда сочетание букв C и H произносится как Ш, что пришло из Франции. К примеру, слово шарад, шарад, шарада. Шампейн, шампейн, шампанское. Или слово шеф, шеф, шеф-повар. Если же вы хотите сказать начальник или ваш шеф, то по-английски оно произносится как chief, chief, через букву I. Иногда в английских словах не произносится слово, буква L. К примеру, в таких словах, как half, half, половинка. Или же слово talk, говорить. Или слово would, бы. Да, я бы что-то сделал. Следующие два слова не произносится буква R. Такое слово, как particularly, particularly. В особенности, regularly, regularly, регулярно. И напоследок я оставила очень интересное слово, наподобие казахского слова «канагаттандырылмагандықтарыңыздан». Оно на английском произносится как «supercalifragilisticexpialidocious». Я его пропела, потому что, когда я пропеваю, то слова говорить гораздо легче. Я услышала его в фильме «Мэри Поппинс», что переводится как супер-мега-гипер-пупер-изумительно. Попробуйте повторить это слово в сторис. Давайте посмотрим, кто сможет сделать это лучше всего. Повторяю. Supercalifragilisticexpialidocious. Вперед!